уронил видеофон. Я включил его. На экране появилась страшная морда моего старого друга, космического археолога Громозеки с планетой Чумороз. Громозека в два раза больше обычного человека, у него 10 щупалец, 8 глаз, панцирь на груди и 3 добрых, бестолковых сердца. «Профессор!» — сказал он. «Не надо плакать от радости при виде меня! Я через 10 минут буду в твоем доме и прижму тебя к своей груди!» «Громозека!» — только и успел я сказать, как экран отключился, и мой друг Громозека пропал. «Алиса!» — крикнул я. «Громозека приехал!» Алиса готовила уроки в соседней комнате. Она с удовольствием оторвалась от своих дел и прибежала ко мне.